Срезали, а срежут. Ну, вот срежут. Это ужас. Ой, ты чё, армсы получаются топ дамаг? Да, блядь, Кунка, 10% урона, чтоб ты понимал, это плюс-минус 500 ДПС. Да, меньше. Хаосболт. Это с учетом того, что если у тебя был там этот там 40-50%. У меня было. 3% ДПС, по идее, тебе срезали. Это только с одного скилла уменьшается. Ну, ты смотри, это только от ХБ. Ну, типа, это такое. Ну да, ну по идее 3% вроде. Отсасывать. Не, не а у меня изначально не было этих 50%, поэтому похую. Наяривать. А фуриков так нормально нерфануть? А, ну, не сильно. Они с другой стороны баг починили. То, что у тебя теперь еще больше скиллов, чтобы спамить во время окна. Угу. В целом, наверное, не знаю. Короче, Андрей, тебя раком поставят почти все, если ты насчет этого интересуешься. Да ну нахуй, блядь. Бля, я хотел так пошутить, но потом подумал. Кто? Кто, блядь? Забылись нахуй? Ты бета только не вызывай. Валера, например, блядь, кто еще? Валера-то точно сможет. Вы, блядь, мне нахуй не приписывайте, блядь. Черти. Это вон нахуй. Валера! Че у нас один маг, а не два? Ну, Кентори скоро вернется. Блэйч тоже должен скоро вернуться. Кажется, я люблю Валеру. Че здесь? Ваку. Ваку, я не знаю, у него как-то маловато ДПСа. Что, и нужно, ну, посох собирать единственному магу, стабильному прям. Че, есть пока 5 минут отойти, нет? Кладу. Ну, давайте там трэш бейте, блядь, и смоньте. Там же трэш навешен. Нет, 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 нету трэша. Да, нет. Я его удалил. Смоньте. А кого? Вы все дороги. Гуляем босса, бьем трэш, давай, быстро. Ну, Лока, например, какого-нибудь, блядь. Я вон осколки, блядь, только зашел. Надо осколки, блядь, мне осколков нет. Кунку какого-нибудь, да. Давай, я тебе помогу. Сейчас подойду. Сейчас подошел, повесил. Юлечка, Юлечка. Да-да-да, вот. Сейчас, извините. Короче, я иду срочно в био. Биология? Что там, сбегайте, смоньте. Ну, все, это, блядь, сейчас еще час вайда будем ждать, ну. Войт откакался. Он знает, что бегает соседи. Когда у нас Акума в рейде будет вообще? Кто? Акума. А? Че? Ну я могу его отправить, в принципе, но толку с этого особо не вижу. Ну, больше смерти. У нас ДД нету другого. Не-не-не-не, я лох, вообще пидор, нет кнопок. У нас сейчас контроля вообще мало. Типа, че там? Три друида. Там Армс должен, это БШ, там Фирка, Икстан, хуян, блядь, все дать. Иди. Помогите суммонить у входа. Не помогу. Он три лопка любого суммонга, пошли обратно. Что, я так спать хочу, ну нахуй, ну целка. Сколько у тебя времени? Который час, точнее. Полдевятого. Ну, тебе еще нормально. Всего лишь полдевятого. А, да, блядь, всего лишь-то в 6 утра встал, блядь, поработал полдня. У меня полдинца. Эдик, не ты один такой. То же самое, 6 сегодня встал, нах. Даже раньше, блядь. Полшестого. Потом, блядь. Чё брать? Перепотов. Сколько брать перепотов? Да. Ей-бо. Много. Ещё. У меня, кстати, знаешь, сколько осталось, Андрей? Много. 117 штук. Это мало? А было 500. Ебать. На ребро ушло? На леди. Бля... За 2 дня траев, то есть там часов за 7.
А, думал, это за один день. За одну, один час. Ну, тут вчера где-то, наверное, ну, штук 150 ушло, тоже 140, что такое. Больно-то ну, как. Я хастпоты пью, если бы я критпоты пил, я бы это, ну, пришлось кунку отдать это, ну, на органы. Ну, а где криты пью? Не, на криты я ебал, блядь, во время траев на криты пить, ну, чё, ебанутый. Там один пот 50 голды стоит, блядь. Если бы я их по 150 штук тратил, вообще пиздец был бы. Я вот поэтому и спрашиваю, сколько брать. Мне их остан нахер. 100 возьми, хватит. 5000 голды? Ну, на вечерочек. Обычно до второго хоспота не должно доходить дело. Ну, снимка обновляется, конечно, но я обычно... Барбаросик, ну давай. Я не знаю. Ну что ты стоишь, сородники? Да, Андрей, ну надо, надо максимально демеджа давать, да? Ты же, ну, понимаешь. Я просто, ну... Если есть шанс, почему не использовать? Только давайте, блядь, фейки нахуй, духов не ловить. Сразу объявляю заранее. Если мы все равно вайпаемся, духов не ловим. Минусую всем, кто словил духа. После вайпа не давай поебать. Чтоб потом не было отговорок. Заранее говорю. Отходите от духа, когда на вайпе. Рит, слышишь, как называется этот аддон, который типа смерть показывает? Фатал. Ну, фаталити. Даже если после объявления то, что мы вайпаемся, убираешь от духа, все равно ДП, да? Да, потому что я потом смотрю нахуй и типа потом хорошо, хуй понятно, докажешь уже, нахуй. Хуй докажешь, кто дух послал. После вайпа да, духов, кто взрывал, показывал Феникс, но он криво показывает. Не, я это. Эту хуйню отключу, чтобы не спамил, и просто а, декаун включу, там рекаунт нормально показывает. Сейчас будет покакать нахуй, пойдем. Подождите, он только из подъезда вышел. Что тут? О, крылья. Фудоба пэллоу. Чё? Пэллоу. Чё за пэллоу? Рот закрой. Ты рот закрой, сука. Не ори, свинья. Кабану. Шенсу выформил, теперь гордится этим. Из кабана, да? Где не выформил? Смерти. Кунка, покажи, где ты ШМ фармил, я тоже хочу кабанов поубивать. Вот, у этой лисички спроси. Да там этот, около Дуратара, около загончиков, нахуй, бьёшь всех кабанов подряд. Шанс 0.1%, а. Нахуй, что выпадет осколок. С них ШМ падает. Кабанады за что? ШМ. С кабана там сразу главного два шлема можешь скупить. На фурике. В одну и вторую руку. Да, это я. Сколько сейчас один хэспот стоит? Ой, блядь, этот сопрот. Не знаю, на фласке на АП, блядь, косарь голды, это, конечно, пиздец. Ну так кто-то скупил, наверное, все. Да это ебанись, это... 100 тысяч нахуй, если АП фласки ставить за один за одного РТ на голды, блять. Ебанись на человек. Дешево. Можно токены попродавать, типа в ГМ. Один токен 60к. 100 тысяч. Можно даже, можно и больше, типа. 100 тысяч. Не, я думаю, на следующем КД на ребро найти этого фрика на Бринтроль Геровский. Там токены уж по обычке 25, 35, 40 продают, ты уж 60 хочешь. Да не, можно. За 60, я думаю, можно
Ну, если аукцион дойдет до таких цифр. А так типа 25-45. Нахуя идти с аукционом, если можно заранее байеров найти. А в ОФГ имеется в виду. А, смотрел, чуваки, блядь, нет, блядь, я у бабок у подъезда спрошу, бля, пойдут они за токеном. Заранее байеров, видишь? Блядь, ты бы видал, как на X2 это устроено? Там пацаны прям целые таблицы, нахуй. Ты бы видал, блядь, я знаю, я там был. Там на месяц-полтора вперед, блядь, нахуй, все расписано. Я помню, как Т5 пытался достать, нахуй. Где? Там за одну РТ, вот, типа, по всем этим рейдам, которые БКшные есть, можно было заработать 1600 за один рейд. Можно и больше даже было. Когда миллион. Можно было миллиард, типа, заработать. Миллиард. Ну, подожди, миллиард. Миллиард. Миллион. Миллион. Чего? Голды. Бананов. Пизделей. Миллион голды за один рейд. Ты в карман 200к можешь положить. Нафиг тебе миллион. Банк можно класть сколько хочешь. Я лично фармлю миллион. О, миллион, да, миллион, миллион. Миллионы, миллионы алых роз. Эти кладки раздавали или нет? Нет. В чем продается печенька Т5? 100 тысяч. Ну, 5 месяцев назад даже по 200 продавали вот мы. Чё, спустя столько времени? 5 месяцев назад, Кунка, вот когда я пришел на Х4. Ну, может быть не 5, ладно, 3-4 месяца. Охуеть. Мне кажется, раньше и то дешевле продавали. Ну, они дешевле, бля, раньше намного. Да. Что подорожали они. Это гуманизм какой-то, блядь, он. Контент реже, цены выше, блядь. Да, да, контент легче, а цены... Да, там, скорее всего, голда обесценилась уже на Xbox. Нет, сами шмотки, типа, там голда, по сути, и нужна только для того, чтобы твинков одевать. Там ничего не стоит. Почти, кроме шмота самого. Кидайте трейд АПС, ПД. Я танки тоже возьму сейчас. 6 то же самое, все три вида. Кидайте трейд. Дайте денег, пожалуйста. Три ДК. Мира и Ондра. Со стороны креста грифить. Блин, печенька неровная. Дармить со стороны звезды. Я забыл масло купить. Есть кого масло? На хп, на пул, на хп, на СПД. Да, кум, ой, блядь, хисяка. Первый пати. Так. Не, не надо голды. То на трэше у нас остается на второй фазе, получается, Ондра, Мирай, Арислин и Кунка. Алтенфел все время на базе сидишь. Камеру вверх отдаляйте, чтобы вы сверху на себя смотрели. Так хорошо будет видно дух. Шипы на второй фазе со стороны креста становитесь. Чтобы мне удобнее было смотреть, откуда духи появляются. Рыба. На рыбу хавайте. Нонлох. Нонлох. Нонлух. Ой, блядь, циклонишь максимально. Тех людей, которые в камеру. Короче, Барбарос не идет. Барбарос не идет. Заебись. Тык столик. У меня доступ к левой красу. У меня пинг, блядь, 5 минут.
Отдай чисто, пожалуйста, Кирилл. Да мы, походу, сейчас не пойдем, у нас демона нет. Даже. Да заебись, все будет, ебать. Ну, ШП урон подрезали. Надо потестить. Еще не подрезали. Этот состав хуже, чем вчера. Еще. Добавка всем. Я не знаю, я могу попробовать, но это будет пиздец. Я, блядь, там духи нахуй поступлю. Попробуй VPN включить, я не знаю. Есть VPN? Это просто с интернетом какая-то хуйня. У меня страница открывает, покупать. Блять. А ну, сейчас, подожди, я попробую через мобильник. Да? Что там будет, блять? Обосрался нахуй. Чё нахуй? Чё, бля, свернулся? Ничего надо? Ну что там у тебя, Барбарос? Да не знаю, но давай один трек потом. Я же на мэфку. Дайте кулак попет. Можно помогу. А счет давай, Адель, поехали. 1 секунду. МК раздали контроль быстрее. МК, 1 секунда, наказ бить. Раздали контроль. Барбарос забит с хуя. Нет. Это сливать не обязательно. Ложи вышли. Трэш выходит.
пока. Раздали контролы. Стопните в босса, стопните в босса, сыграйте по трэшу. Стоп ДПС босса, никто не бьет. Служи вышли. Ват, нахуй. Вандеркинг, падайте, нахуй. Зашли все в лужу, не хилите. Не бейте, просто умните все. Ждите сейчас трэш, выйдет всех умнее. Блять, не на кого менять. Охуенно, нахуй. И демона нет. Крокозябр, блядь. Твой звездный час, блядь. Где мы? Иди в Аку, блядь, заходи. Слава не кусает. Спириц, хуириц. Можно Валеру лучше натурализовать, он шипить хотя бы может. Кого шипить, блядь? Он шипит после того, как, блядь, уже шип кидали, либо контрол какой-то. Я, короче, попробую что-то с интернетом сделать. Давай, давай. Мне в аркан плюс 3% дымаги сделать вам? Нахуя мне твой аркан? Главное, чтобы у тебя дэмэдж был. Ты играй с пеком, которым ты будешь дымажить. Может сделают в Т5 же арканы ёбнутые. Были, по крайней мере, когда я ещё на X2 играл. Там файеры ёбнутые. Кого, блядь, там арканы нахуй, блядь, ебашили пиздец нахуй, когда я играл. Они же бурстовые, там 30 секунд когда... и всё. Когда актуальный ZSCAM был, там, блядь, арканы ебашили, пиздец. Они фрастрируют там? Или это аркан? Ребят, кому МК дать? В смысле, кому? Мак на мак? Кринж Кинг? Не, ну, он нет, говорит, мы нет. Тут как суппорты, давай кому-то другому. Чё, гонишь, мак, давай? Кидай по хули шиту, объеба пускай, по, скорее всего, кидает. Духов не лови, Ваку. Если что, помогай контролить. Хорошо. Че на башню? Куканябр, чё возьму. Мне трейд, давай. Ищу тебя. На ней трусики. Угу. Нам не тоже. Спасибо за инфу. Не, ну блять, если вы о том подумали, то я хуй его знает. Может, она и без трусиков играет. Но дело не в этом, блядь. А ну-ка, хвалить, в чем? Озабоченная, блядь. Извращенцы, обожаю вас. Дело не в этом, я думал именно в этом. Моя сова готова к бою, ебать. Дала и трусы свободно яйцам, да? Ладно, давай, Сырщина, помах. А есть какое распределение, куда патик какой бежит? Нет, только присты. Дальше растусовывайтесь по комнате. Давай, далече. Не давай дипфриз мобам, Ваку. Разбить. Сбил. Да, и дип не давай больше по мобам. Понял, понял. Вешаешь диминишн. Раздали контрол. Нахуя вы, блядь, селконфелла сразу, хуяр. Блядь. Бэр, серый, давай, бэр. Вставай быстрее. Ребат, номером. Фу,
фул ремонт в пороге дали, в чем проблема? И не надо их рутать. МК 2 секунды. К сбить. Лучше выше МК. Раздали контрол. Калют уже Ридига дали Геру. Уж будем без Гер. МК. Раздали контролы быстрее. И по боссу больше урона. И трэш надо набить. 20 секунд. До нового трэш. Надо быстрее по боссу больше. Нам не хватает урона. В пизду падать. Зашли все в лужу. Чтоб хватило, можно Геру сдать. Чё? Геру сдать можно, чтоб хватило. Не, нельзя, нам не хватит, тогда потом. Ну, мы без Геры должны переводить. Да потом они потом... если в контроле будут. Если мы без Геры не успеваем переводить, смысла нет. Потому, что на второй фазе потом проблемы будут. Просто они могут... У меня минус 5 КДПС сразу сходит. Они могут попасть в контроль тоже, шаманы там тоже, блядь. Это, ну, на звезды надеются. Потому что нужно их вихрять, а не просто давать фир. Мы в фирах все кастуем кастер, нам похуй на этот фир, поверь. Это все понятно. Там на второй фазе, допустим, не всегда так получится. Чувак, он не всегда вихрь. Круто, я просто в фире бегал, все с тему ставил, Геру давал, с кем жал. Редегу не остановить. Unstoppable. Ребят, все же по трэшу играют, и РДД, и милики? Нет. Все боссы РДД бьют. Что? Все боссы РДД бьют, блядь. Окей. Только ШП там иногда помогает. Так, фулл баф дали быстрее. Короче, на баф пол. На исходный станем. Давай, что тогда? Не мут. Ну, похуй. Значит, я дам свой. 3, 2, 1. Пул. Раздали контрол. Не убейте Ондру. Диспел, блять. Ну диспел, пожалуйста. Ну, умирай, нахуй, умер. Да пизду, нахуй. Че за хуйня, блять? Вы будете контролить или нет, нахуй? Заебали, нахуй. Почему у меня человек сразу умирает, нахуй? Уебаный, блядь.
пизду нахуй падать, не хочу нахуй. Заебало, сколько можно нахуй? Ладно, если бы он в МК был, вы его, блядь, ауешкой захуярили, как обычно, как, блядь, дауны нахуй. Ну, сука, просто, блядь, человек в МК его убивает. А кто его убил? Сон в МК был. Тот, который в МК, тот и убил. Ну-ка, надо посмотреть. МК, что они проконтролили, он закастовал. Бродящая чума, блядь. Могущественный последователь, порыв смертельной стужи. Это получается моб, да? Одна тычка 16700 и вторая тычка 15700. Это моб, который приверженец называется. Вот он вот эту хуйню кастует, он Мирай убил. Вот. Личная загрузка. Получается, неконтроленный его убил. Ребят, вы когда, блядь, встаете с тела, не заходите сразу в инс, блядь. Сколько раз одно и то же повторять? Минус 4 хила, нахуй. Босс должен уйти из комбата, нахуй, только потом вы заходите, блядь. Чтоб потом не перезаходить в игру, блядь. Раньше были времена. Рыбу ставлю, пхавайте пока что. Давайте быстрее. Как-нибудь там добегайте. Сначала прямо, потом на портальчик нажимаете последнюю там строчку. Сяк. Сейчас я зайду. Какую-то хуйту нажал, у меня теперь открывается, блядь, доска для рисования. Блядь, как это офнуть? Я в душе не ебу. Крестик, может, есть? Нет. Типа, я когда на дабл не нажимаю, у меня игра сворачивается. Что за хуйня? Через даб, потом альт 4 дает. Может, залипло что-то? Вон альт горит, залип бланк. Попробую альт пару раз тыкнуть. Че, получилось? Да, вроде сейчас произойду. Сори, я не знаю, что за хуйня, я первый раз увижу. Ой, блядь, сука, ебучая целка уже, надо стопиздила нахуй. Только вышла, блядь. Угу. Чтоб я сидел в нем, вайпался нахуй. Хули, еще сколько рейдов придется пройти, представь в будущем, блядь. Чебуха. Блядь, я предполагал вайпы там на... Синдрия какие-нибудь на Личе там, блядь, не за нехватки ДПС и на Джайне, но, сука, вот это вот все это пиздец. Да цифры, это все ХП нарисовали, ебаная нахуй. Уёбки, блядь, сирусовские, сука. Нихуя себе ХП нарисовали, а то, что дух по 30 как хуярит, взрыв, ну, это да, нормально. Пиздец вообще. Ты где-то, фу, мам, в... Дай где-то в 2.5 раза больше, чем по стандарту.
Под сокрой люди умирают, нахуй. И периодичность, мне кажется, по стандарту тоже реже было. Короче, на баф. Умирай, заткнись. Давай, чё ты? 5, 4, 3, 2, 1. Берите мне. Мы уже вышли, родные. МК, раздали пинтон. Кунку не убейте. Кунку циклоны, пул. Он пету убить пришел. Это швар. Добейте мама последний. Миленький. Трэш вышел, но... МК, одна секунда. Раздали контролы быстрее. Занимал это МК. А Хилри, чё он так проседает? Чё его прохил сейчас умрёт? Там мол поселился. Пропозы. Трэш выходит сейчас снова. Может, он в Петровке вообще. Так, МК сейчас будет. Все, стопнули в босса, никто не бьет. Свичнули все по мобам. И МК раздали контрол. Да ёб твою мать. Не убейте кунку, фул циклоны по кунке. Добили трэш быстрее, потом по боссу сейчас играем. Все, по боссу играйте. Дайте диспел. Овцы ебучие. Надо рекапу накрыть. Блядь. Геру, давайте. Буду ПС. Spirits. Духи пошли. Один около звезды, другой тоже около звезды. Spirits. Новые духи. Около полумесяца. И около... Два около полумесяца. Контролы раздали. Около танка появился один дуб, бежит крест. Второй около звезды, там около миник. На пол фонаря все давайте. Духи новые. Звезду бежит один, второй не видно. Там же. Духи новые. Один около звезды и печеньку. В миле в танка бежит. И второй там в центр бежит. Один в звезде, другой в печеньке. Оба в центр бегут под босса. Глю, дай сокру. Раздали контролы. Ой, даже ПР похисяки. Уже давай. Один в полмесяца, другой около квадрата там. Аккуратно отходите. Прохил. Ребафните хента. Духи новые. Блять, не вижу. Фонарь сокру дай. Центр один. Один на лестнице. Духи новые. Один в центре, другой около звезды. Прохил. Сейчас МК будет новый. Духи новые. Один прямо в центре, другой в квадрате. Тоже бежит в центр. Ну, блядь, ну... Кто это взорвал, нахуй? Квакозябр, блядь. Квакозябр, да. Как, блядь? Какой ку... Духи отошли. Они, он... Все тихо, закройте рот, нахуй. Новые духи. Около звезды полумесяца, два штуки.
Сфера, если есть, ну, хотя... Сколько там наберется? 5? 27. Не, падайте, пизду. Уже не хватает для ПС. Он прям под локом появился, был. Ой, да не прям он под локом появился, он еще бежал до тебя. Ну, блядь, я же видел, что он в квадрате. Тем более я озвучил, что он в квадрате. Он бежал до тебя еще секунды 3 после того, как я озвучил. Я-то не в квадрате. Когда он появился, там прям который реально шел по квадрату. Нет, там дух вот этот, блядь, дальний, который я озвучивал около квадрата. Он появился прям еще за квадратом. Кокозябр стоял дальше, он 3 секунды где-то до него шел, нахуй. Ну, Ванадель пишет, что ваку это. Или это ваку, нахуй, даже. Сейчас я посмотрю, я просто... Ваку шел, но... Я сейчас скажу точно, кто это ебнул. Либо он по мне в милишный прошел, но я его, блядь, в упор не видел. Я видел, как... Я следил за духом, мимо меня шел. Все тихо, подожди, помолчи, я посмотрю. Я знаю, как это смотреть, не переживай. И у Ваку, блядь, атака ближнего боя, нахуй. И, блядь, у Кокозябра, нахуй, оба взорвали, нахуй. Ну, Квак возле меня стоял, так что там видно хорошо, как дух его въебал. Блядь, оба я его в упор не видел этого духа, я следил за другими. Короче, я помню. Вот, смотри, я доказываю... Я вижу, у меня... Вон, пожалуйста. Я вижу, вижу. У Юли тоже самое. Так, да. А, это фанатки, нет. Извини. Нет, у меня, кстати, там тоже есть, это первый трай, я, когда упали уже, короче, вот один раз у меня есть, да-да-да. Это прям первый трай. Все, ну вот какой козябр. Вы понимаете, что... Не доходит, он рядом наносит урон, когда пропадает. Нет, если дух не доходит, он рядом урон не наносит, когда пропадает. Он наносит урон только тогда, когда он вам дает тычку, нахуй. Как только он дает тычку, он взрывается. И дамажит по всем в радиусе, сколько там, 20 метров. То бишь, в том месте, где он нанес тычку, радиус вокруг ебашит 20 метров по всем. 30к. Так, хавайте рыбу в полах, парень. Защиту тьмы снимите там, чтобы контролить мы. Давайте не хлопнем духов разок, нахуй. Хочется 25 дойти до берсы, блять, посмотреть. Да-да. Повторяю последний раз. Присты, защита от темной магии не бафается. Уберите нахуй ее с панели. И все снимите ее с себя. Все услышали присты? Вообще на полома. На стамину бахнуть. Так, давай еще ты мне. Не исходная ТП. Поехали. Лужа вышли. Каз бить. МК 2 секунды. МК. Раздали контрол. Не убейте Мираи и Ондру. Покрыфело, блять, аккуратно. Циклон, Мираи и Ондру. Не убейте. Я рискин, блять, ебать по всей милике. Не уешьте сильно. Лужа вышли. Дальше вышел, но...
охуенно. Серый, даже БРП не. Радалика на кого? Служи вышли. Моп усилился. Рибах или пустя? Новый трэш сейчас такой, новый трэш. Хуёво, видимо, очень хуёво. Этим боссом не успеем перевести. МК 3 секунды. Раздали контрол быстрее. Мирай не убейте. Мирай контрол максимально, блядь, чтоб косой не въебал. Ну, блядь, ну, сука, ну вы уёбки нахуй на друидах или что? Ну, почему он косой убивает? Ну, дайте циклон, продлите циклон, когда он еще не закончился, блядь. Пизду нахуй. Падайте. Господи, блядь. По кулдаунам нельзя посмотреть, сколько циклонов друидами было кинуто? Да там был циклон, блядь, на Мирае, просто, блядь, поздно, нахуй. Ну, на мне не было. Это надо обновлять заранее, но. А мимики там... снимают оружие перед контролем или нет? Там бывало. Магия не распространяется, это коса, это магия, а не через урон. Там без оружия можно ударить. Да не, я просто спрашиваю. Там ДБМ, если на. Там ДБМ, если нормальный, пусть снимают сами. А сколько КД у косы, кстати? И она сама по себе тыкается или ее тыкать надо? То есть кнопки, которые сами все тыкаются, ой. Тыкать ну, надо. Убивайте перед контролем конту, как-то оставляйте. Натурите все в одну Так комнату. А хули толку? Хули толку, понимаешь? Если вихрь. И вихрь еще не закончился, если вихрь дать, то он просто невосприимчивость будет. А если даешь сразу после вихря, там бывает за долю секунды убивает. Вот. Я давал несколько раз, люди умирали от ЭВЕшки. Там пиздец. Ну, умирай, ладно, меня еще не законтролили. Ну, опасно, не опасно, вы меня убили? Надо стопать ЭВЕ, потому что... Тут, понимаешь, мы с Эрдру контролим. Вот, Чивава в танке. Mm-hmm. Это мы две, допустим, законтролим. Третий, он, ну... Хуй знает, кто его будет контролить. Где третий вихрь? Если только Чивава свободен. То есть это, блядь, тоже... Вот если был бы кот какой-то дополнительный, или сова, блядь, было бы получше. Так, верчи на баф пул. Undertouch. Давай, чёрт. 5, 4, 3, 2, 1. О, уже вышли. Каз бить. Раздали контроль, но ресли не убить. О, уже вышли. Приверженец переродился. Сука. Трэш вышел. МК 2 секунды. Уже вышли. МК раздали контрол. Конфела не убейте. Контроль тела.
прохил танк. По трэшу очень хуёво слабо заливается, и по боссу урона нет. Вообще нихуя нет просто в этом поле. Ни урона по боссу, ни по трэшу. МК одна секунда. Раздали контролы. Быстрее трэш добивать, надо босса бить. Переводить. Последнего приверженца, переводим босса быстрее. На дармича фулл наплыл. Дармич лови босс. Геру давай. Духи пошли в центре и в квадрате. Spirits. Новые духи. Опять в центре. Центр на танке вроде бежит. Дармич из баунд. Раздали контрол. На пол фонаря. Духи новые. Один в звезде, другой в полумесяц. А не, его знает где второй. Билфхан, сука, блядь, бегай нахуй. Духи в центре оба появились. На танке. Ой, пизда, нахуй. Да вы заебали нахуй ловить этих духов, Милфхан! Хули ты стоишь, блядь? Сука, пиво ебаное нахуй. Падайте нахуй. Бегаешь ты нахуй, это что, блядь? Танки нахуй, кто из вас ты ебал еще нахуй? Алло. Или это меня залп ебанул, получается, блядь?